Героям Великой Победы посвящается. Фотовыставка с таким названием открылась в Самарском доме журналиста. Герои фотосессии – фронтовики, труженики тыла, дети войны. Самому старшему – 95 лет. Всего 32 портрета. Ветеранов пригласили и на открытие выставки. В рамках этого проекта студенты факультета журналистики подготовили зарисовки, воспоминания о фронтовых судьбах самарцев, видевших события Великой Отечественной войны своими глазами. Война – это смерть. У меня четыре сестры, имели четырех мужей, и все не погибли. Это когда летит на тебя бомба, я это испытал. Она воет. И вот когда бомбежка идет, то кажется, каждая бомба, которую слышишь, воет ее, это твоя бомба.